Здравствуйте, друзья, с вами Юрий Притиск. 29 августа 2021 года. Дедлайн фотоконкурса «Дикая природа России». Успейте подать заявки. Конкурс большой, интересный. Неоднократно я и мои студенты становились финалистами этого конкурса. Организатор National Geographic Russia. На конкурс принимаются фотографии в самых различных номинациях. Пейзажи, подводная съемка, мамы и детеныши, птицы, животные, макросъемка, растения, мобильные фотографии, городские джунгли от заката до рассвета, природа в черно-белых тонах, искусство в природе, аэрофотосъемка и так далее. Главный приз конкурса – 300 тысяч рублей. Присуждается победителю конкурса, выбранному составом жюри. Победителя специальной номинации «Дороги России» ждет двухнедельный тест-драйв «Лада Нива Travel». Авторы работ, занявших второе и третье места, получат брендированные сувениры «Лада». Подробнее на сайте фотоконкурса. Всем желаю успешно выступить.